matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight. Заключительный матч чемпионата России волейболисты казанского «Зенита» проводили в Белгороде уже в ранге чемпионов страны. Выиграв 8-й в своей истории титул сильнейшего клуба России и сравнявшись по этому показателю как раз-таки с Белогорьем, для зенитовцев отчетная встреча не имела турнирного значения, но являлась последней и крайне важной проверкой перед финалом 4-х Европейской лиги чемпионов. А вот для белгородцев успех в матче с «Зенитом» и поражение московского «Динамо» в параллельной встрече позволило бы львам занять вторую строчку по итогам чемпионата и завоевать прямую путевку на следующий сезон в Лигу чемпионов. Тем удивительнее, что зенитовцы выставили сильнейший стартовый состав. А вот Белогорье не досчиталось травмированного Дмитрия Мусерского, Марко Ивович начал встречу в разминочном квадрате, а пасовать и вовсе вышел молодой Роман Порошин. Тем не менее, начало встречи остается за хозяевами 5-7, но зенитовцы довольно быстро восстанавливают статус-кво. Михайлов набирает аж 7 очков за сет. Леон начинает свой фирменный арт-обстрел на подаче, и вкупе с 10 ошибками соперника казанцы берут первый сет 25-23. Пыли играл в защите и в нападении, и мяч не падал очень долго на землю. Это, я считаю, и качество волейбола. Такая игра с таким соперником, это должно помочь нам. Старались как бы посложнее подать подачу. На блок там немножко защиты, как бы в общей игре хотели получше сыграть. На подачах Романа Данилова, который в итоге стал самым результативным игроком матча, набрав 15 очков, хозяева убегают в отрыв 1-4. Но следующий отрезок подопечные Владимира Олекна выигрывают с обескураживающим счетом 11-1. Замены львов уже не могут переломить ход партии, которую ярко заканчивают появившиеся на Терафлексе Полетаев, Кобзарь и Спиридонов 25-13. Белгород много ошибался сам. Они сделали много ошибок в начале партии, потом уже немножко перестали играть во второй партии. Хотели больше, чтобы получалось свои взаимодействия, а настроились на победу с Белгородом. Своя игра не получилась, но получилось выиграть. Определенная задача была попробовать молодых игроков, которые, в общем-то, из второй команды. Опять же, новый связующий сегодня полностью с листа. Хотелось бы другой, чтобы результат был. И, к сожалению, так. Третий сет вышел самым упорным, и все решилось в концовке. Белгородцы отыграли минус 3 и сравняли счет на 24. Но исход встречи решил казанский блок. Андерсон и Полетаев принесли победу «Зениту» в третьей партии со счетом 26-24 и 3-0 в матче. Всех с победным завершением чемпионата. Где был город, море глотает пену. Там, где был воздух, кто там построил стену? Кто там построил стену? Рекордное, наверное, 74 очка набрали, да? И заняли первое место. Вот, но есть турнир, вот, и уже вот буквально сейчас, это уже то, что происходило в чемпионате, это прошлое. Будем думать о будущем. Бронзовые медали взяли. Была возможность замахнуться, наверное, чуть побольше, но, как говорится, не получилось. То, что мы сегодня 0-3 проиграли, 5 партий сыграть, как говорится, напоследок, да? Но я думаю, что игра все равно получилась. В этом плане зрителям должно было понравиться. Было интересно. И первые, и третьи партии, как бы, была борьба. Нам как раз это, я думаю, было необходимо. Естественно, конечно, все замахивались на чемпионство и участвовать в финале Лиги чемпионов, но, к сожалению, пока так. Видишь огни на башнях. Это была славная охота, но самые главные матчи еще впереди. Уже 14 апреля зенитовцы отправятся в Польшу, где 16 числа сыграют в полуфинале Европейской лиги чемпионов с Рисовией. Ну а сочные и подробные репортажи ЗТВ уже совсем скоро прямиком из Кракова. Болеем за «Зенит Казань». Изменение свершилось и
пришли с ним свежие взгляды, иное видение жизни. Все по-новому, и теперь я с нетерпением едва родился.